Восьмая пара спартакиада Ивановской области объявляется открытой. В комплексе «Олимпия» стартовали соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Значимое для региона мероприятие посетил губернатор. Павел Коньков отметил, в связи с последними событиями в мировом спорте, эта пара спартакиада особенно важна. Соревнования по традиции будут проходить на базе лагеря «Березовая роща» со 2 по 5 сентября. Областная пара спартакиада соберет 250 спортсменов. В программу входят 7 видов спорта – дартс, настольный теннис, заезды на колясках, плавание, шахматы. Победители будут представлять Ивановскую область на всероссийских соревнованиях. Президентом России принято решение, и для российских паралимпийцев будет проведены соревнования. Но все равно сегодня наши участники, они как бы оказались на линии борьбы не только за спортивные победы, но и за престиж России в мире.